тропарь, кандак и молитва, иконе Божьей Матери, именуемой неупиваемая чаша. Днесь пред Отцем верни, божественному и причудному образу Пресвятой Богоматери, напояющей верных сердцо, небесную неопиваемую чашу своего милосердия, и людям верным чудеса показующей, яжеми видящей и слышащей духовно праздным и тепле вопием, владычице премилостивою, исцели наши недуги и страсти, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души нашу. Слава Отцу и Сына и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений глосы, но предварека благая на помощь нас, верных зовущих те, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе пресно Богородица, чтущих Тю. О, премилосердная Владычице, к Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостивно услыши нас, жен детей, матерей, и тяжким недугом пьянства одержимых, и того ради от Матери Своей, Церкви Христовой, и спасения от падающих братьев и сестер, и сродник наших исцели. О, милостивая Мать Божия, коснись сердец их, и скоро восстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешение наше, и не отвратит милости Своей от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Прими, Пресвятая Богородица, молитвы матерей, о чадах Своих слезы проливающих, жен о мужах Своих рыдающих, чадо серых и убогих, заблудшими оставленных, и всех нос к иконе Твоей припадающих. И да придет сей вопль наш молитвами Твоими ко престолу Всевышнего. Покрый и соблюди нас от лукавого головления и всех козней вражих. Страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушное мытарство. Молитвами Твоими избави нас вечного осуждения, да покрыт нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.